30 октября в Екатеринбурге, в День памяти жертв политических репрессий, городское общество «Мемориал» совместно со Свято-Екатерининским Малым Православным Братством провели гражданскую акцию памяти «Возвращение имен». Попеременно сменяя друг друга из книги памяти Свердловской области, люди читали имена сограждан, расстрелянных во время репрессий 30-х, 40-х и 50-х годов. Ивлев Александр Николаевич, 1896 года рождения. Место рождения РСФСР, Свердловская область. Поселок Арти, русский. Проживал в Свердловской области, Надеждинский район, село Филькино. Работал в магазине райторга продавцом. Арестован 15 августа 1937 года. Осужден 11 сентября 1937 года. Расстрелян 15 сентября. Знаменательно, что акция была организована в самом центре города, напротив здания бывшего НКВД на Ленина, 17, где сейчас расположено областное управление внутренних дел. Именно в подвалах этого дома в годы советских репрессий было расстреляно не менее 18 тысяч человек. Тела расстрелянных вывозили за город и закапывали в лесу. Сегодня на одном из таких захоронений, на 12-м километре Московского тракта, устроен мемориал. Реакция горожан на происходящее событие была разной. Кто-то равнодушно шел мимо, кто-то останавливался и вслушивался, кто-то присоединялся, тоже читал фамилии и имена из маркировок. Один из читавших делился пережитым. Читаешь медленно, вдумчиво, громко, и люди как бы возвращаются из небытия. Это чувствуешь почти физически, потому что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. А многие были расстреляны безвестно, тихо, тайно. Без памяти об этих людях наша жизнь не может состояться. Священник Игнатий Брильдин, священник Николай Пономарев. И с ними же вместе были расстреляны преподаватель Антонина Коржельская, Елена Моносова, Борис Чураковский, Ольга Сонченко, Зинаида